Покажем вам, как наносить неубиваемый декор Beton Small торговой марки Imagine Decor. На предварительно загрунтованную поверхность наносим первый слой Beton Small на толщину зерна в разные стороны. Как наносить материал не принципиально, все перекроет второй слой. Затем выглаживаем нашу поверхность, чтобы не оставалось мелких ребер. Затем берем валик и поднимаем шагрень по-мокрому. Таким образом получим небольшую фактурку на первом слое. Оставляем сохнуть. После полного высыхания начинаем торцевать второй слой при помощи кельмы. Таким вот нехитрым образом равномерно расторцовываем по нашей плоскости, тщательно, по несколько раз на одном месте, для того чтобы получить мелкую фактурку и вследствие не растянуть большие пятна. Оставляем образец постоять примерно 5 минут. Затем при помощи той же кельмы начинаем приглаживать наш рисунок. Формируем рисунок по желанию, кому как нравится, также не принципиально. Приглаживаем материал, тем самым выжимаем из него влагу. После того, как рисунок сформирован, также оставляем образец постоять примерно 3 минутки. После чего берем кельму чистую и начинаем глянцевать. Уже прилагаем усилия для того, чтобы окончательно убрать влагу с нашего материала и приполировать поверхность. Оставляем сохнуть, после чего наносим Imagine Wax, тем самым придавая образцу защиту и проявляем рисунок. Wax делаем немного серенький в цвете, чтобы еще больше проявить нашу фактуру. Образец готов, оставляем до полного высыхания. Таким образом мы получили матовую фактуру с очень интересным рисунком. Материал очень легко мыть, протирать, а также в случае механических повреждений очень легко реставрировать.